Внимание на старт, лошади в боксах. Дан старт 9-й скачки. Призы селекционеров России на кобылах 3 лет чистокровной верховой породы, рожденных в России. Скачку повела Саксония. Здесь же Лизафон, Фабрия. В правом повороте скачку ведет Саксония, Фабрия, Луиза Фонг, замыкает Драполь. Саксония, Фабрия, Луиза Фонг. Пятьсот метров пройдено за 34,6 секунды. Скачку ведет Саксония. Здесь же Фабрия с просветом сзади. Луиза Фонг, Драполь. Саксония, Луиза Фонг. Луиза Фонг, Саксония, голова в голову. Луиза Фонг возглавила скачку. Саксония на втором месте. 500 метров пройдено за 33,2 секунды. Скачку ведет Луиза Фонг. На втором месте Саксония с просветом сзади Тау Гэтсби. В левом повороте Луиза Фонг, Саксония с просветом сзади Драполь. Тау Гэтсби замыкает Фабрия. 500 метров пробено за 33 секунды по финишной прямой. Скачку ведет Луиза Фонг. Здесь же Саксония. Саксония, Луиза Фонг. Саксония, Луиза Фонг. Драполь. Саксония. Саксония. Выигрывает приз селекционеров России Луиза Фонг, Драполь, Тау Гэтсби, замыкает Фабрия.